Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру под названием Zombie Hill Racing. Вот, у нас есть такой вот автомобильчик мощный. Давайте поедем немножечко, качнем зомбаков, подавим. Надо нам будет прокачать машинку, наш монстр трак. Угу. Колеса у нас хорошие. Пушка стреляет. Ё-моё, я ускоритель нажал, когда вот это вот, когда у нас все остановилось. При взрыве. И ускоритель наш закончился, нифига себе. Да. Давай, поехали. Еще может быть, немножечко проедем, и может быть, успеем. О, давай, кончилось топливо. Нет, совсем рядышком были, ребята. Ну что ж. Сколько нам дадут денег за это-то? 900? 400? 200? Итого 1570 там нет. Ну вообще круто, вообще нормально. Так, ну а что мы будем приобретать? У нас 2800. Давайте возьмем более мощный комплект брони. Давайте приобретем, посмотрим, что у нас тут добавит. О, неплохо. Того 2000. Давайте полностью прокачаем двигатель. Вот, спасибо. И отправляемся дальше. Прокачали мы машинку сами. Сделали бронь красивую. А также у нас, ребята, здесь более-менее прокачанный движок. Да как, в смысле более-менее? Я его прокачал полностью, двигатель. Двигатель, трансмиссия, ребята, у нас прокачана полностью. Теперь мы будем вообще очень мощный автомобильчик. Потом мы прокачаем колесики. Более прикольненькие поставим. Так, все, ускорение у нас закончилось. У нас еще бензинчика дофига. Поэтому мы должны, ребятушки, сегодня проехать. О, прикинь, у меня что-то застряли колеса. Реально застряли колеса. Так, давайте немножко вот сюда, влево-вправо. Все, поехали. Вперед. Такое в первый раз у меня, чтобы колеса так застряли. У меня автомобильчик встал и не ехал. Фига себе. Да, закончилось топливо. Угу. Не проехали мы. Давайте посмотрим, сколько нам денег за это заплатят. 1300. 1300. Что мы купим, ребята? Давайте возьмем вот эту штуку. Вес. Более, у нас прокачанный полностью вес, поэтому мы будем сейчас давить на газ и будем все разрушать. И нам всякие вот эти вот коробочки вообще не помеха будут, ребята. Давайте, а ну-ка, подожди, тачечка наша, вперед едь, давай, все уничтожаем. Прокачали мы автомобильчик наш, монстр трак. Дорогой друг, попрошу тебя поставить лайк на это видео. Давайте соберем 10 тысяч лайков, чтобы у нас ролик максимально был прокачанный. Ну, а также подписывайся на канал обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Так, давай. Так, все, у нас ускорение закончилось. Остался только двигатель. Да, и мы проходим, ребятушки, этап. Этап завершен, нам дали кучу денег, 1500. И мы на эти 1500 с вами, ребята, отправляемся дальше. Так, скоро мы откроем новую тачку. Угу, грузовик. Прикольно. Давайте возьмем новые колеса. Да, за 1000 как раз. Вау, нифига себе колесики. Вот это я понимаю, монстр трак, да? Мощный монстр трак. Давайте отправимся, поехали дальше. Ох, смотри, какой у нас тут подлет. Ой, хорошо, что ускоритель у меня есть. Просто мы взлетаем, ребятушки. Просто взлетаем наверх. Нифига себе. Вот это вот уровень какой. Вот это колеса, ага, с шипами. Но зацепляется лучше за землю. Да, колеса у нас, ребята, прокачанные хорошо. О, так, еще, все, ускоритель закончился, но мы едем неплохо таки.
Ох, чуть-чуть, давай. А, нет, не смогли мы на платформу заехать. Так. Ну, в принципе, мы практически доехали, ребята, как вы считаете? Да, чуть-чуть там осталось, это 2 сантиметра не доехали. 2 сантиметра. Ну, почти что 1500, ладно. Давайте приобретем, что возьмем? А давайте броньку возьмем, улучшенную. Опа, отлично. Денег нету больше, да? Поехали вперед. Будем смотреть, что еще прокачивать. Наверное, будем прокачивать еще бензобак. Бензобачок. Так, здесь надо ускорителем. По-другому никак. О, вообще тачка. Смотри, какая у нас прокачанная стала. Прокачанная тачка. Неплохо таки. О, нормально. Едем. Также не забывай передавать привет. Пиши в комментарии, чтобы я тебе передал привет. Так, монстрики. Да, колеса вообще интересно сделаны. Так, бензина у нас еще... О, у нас заканчивается. Короче, нам еще надо прокачивать бензин. Да. Как я понял. У нас бензин вообще не прокачан, ребята. О, совсем чуть-чуть мы практически доехали. Офигеть. Только начали ролик снимать, и 2 этапа мы проехали. Еще, возможно, даже последний этап мы проедем. Нифига себе. Давайте приобретем новые колеса. Вот такие. Вот самые мощные какие будут. Ох, нифига, вот это колеса. Играем дальше. Угу. Нифига себе. У него шипы какие мощные, а? Очень интересно нарисованы. Да, шипики прям конкретные. С такими шипами, с таким монстротраком мы тут все проедем быстро. Ага, зомбарики. Сейчас мы всех зомбариков сами этими колесами с шипами зафигачим. О! Давай. Так, ускорение мое. Сейчас будем включать. Опа, взлетаем. Летим. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Фига, давай. Полностью включаем ускорение. Так, ускоритель у нас, ребятушки, закончился. Но мы заехали наверх, представляешь? Ай, давай, чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас посмотрим, что можно прокачать. Итого, 1300 монет. Угу. 1300. Колеса максимально прокачаны. А, ну давайте приобретем пушку. Да. Максимальная пушка будет мочить зомбарей. Чтобы они нам не мешали. Зомбари вот эти вот все. О, сколько там было? 40 с чем-то. Так, давайте ускорение. Сколько там? 40 с чем-то было у нас. О, давай сейчас полетим поверху. О, получилось немножко. Пролетели. Ну, пришлось весь ускоритель, правда, потратить. Ну, ничего страшного, у нас есть мощная пушка. Давай. Почему-то не поднимается. Давай, едем. Всех зомбарей сейчас пощелкаем. Либо колесами, либо пушкой нашим. Да. Неплохой у нас такой трак, монстр-трак. Едем, всех мочим. Давай. Еще немножечко проехать-то осталось. Кончилось топливо, но еще куча у нас, смотри, патронов. Патронов было очень много. Да. Отправляемся в гараж. Смотрим, сколько у нас монет. А монет у нас 1456 монет. Почти что 1500 монет. А давайте возьмем. У нас тут все практически максимально прокачано. Давайте прокачаем броньку. Либо давайте, знаешь, все-таки мы, наверное, не бронь будем прокачивать, а бензин. Так, давайте. Все, у нас тут... Мининечка совсем немножко не хватает. Но сейчас, я думаю, будет хватать. Поехали. О! Ускоритель давайте. Вот так вот. Я более экономно так трачу ускоритель. Наверное. Ух ты, смотри, колеса. Прикольно, что они реально зацепляются. Я прям это ощущаю. Зацеп идет по поверхности. И по земле, и по
по железным балкам идет зацеп. Патронов у нас куча еще. 20 патронов есть. Всех зомбарик. Плохо, что он еще бочки не взрывает, знаешь, не доезжая. В Эрм Тудай было так, что мы едем и бочки наши взрываются от выстрелов. Ну, в принципе, весьма неплохо. Так, а ну-ка, смотри, бензина много еще, да? Ну и проехать, в принципе, еще тоже немножко осталось. А, чего там мы не прокачали? Бронь, мы бронь не прокачали, ребята. Вот, смотри, монстр стоит, смотри, какой огромный. Ага. Ну давайте, ребята, полностью, я считаю, прокачаем бронь. Я хочу просто посмотреть, как будет полностью бронь прокачанная. Во, вот так вот, вот такой вот у нас автомобиль стал. Полностью максимально прокачанный. Ох ты, вообще. У нас фарш такой, да? Запечатанный автомобильчик прям. Офигенский. Да, и зомбарики нам вообще не страшны. С таким-то автомобилем. Мощнецким. Что нам эти зомбари, да, ребята? О, как мы взлетаем. Давай. Так, все, у нас ускорение закончилось, да ё-моё. Давай, машинка. Все, мы сейчас проедем. Зомбарей таких всех. Постреляем. Кстати, сколько у нас? 14 патронов, ребятушки. 14 патронов есть. Давайте наверх попробуем. Так, наверх не получилось нам подняться, ладно. Зато мы отстреляем всех зомбариков. Давай. Кончилось топливо, ребята. Все, чуть-чуть не доехали. Ну что ж, но зато мы тачку с вами полностью прокачали. Она у нас прокачанная максимально. Осталось немножко прокачать бензинчика. Но это уже будем в следующем ролике прокачивать. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте привет. Всем до новых встреч. Пока-пока.